И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Но это Лара Крофт, Tomb Raider Anniversary. Мы продолжаем ее проходить. Да, понимаю, день сейчас почему-то, вы, наверное, уже задумываетесь, почему выходит так, ну, ограниченное количество роликов, том, а по сути, полноценно выходит только один, иногда, может быть, там два ролика. Я продолжаю делать анимацию. Делаю ее, к сожалению, медленно, кропотливо, поскольку пока, к примеру, рендерится вот Лара Крофт, я не могу заниматься анимацией. А в периоды, когда я могу делать ее, это с начала утра до середины дня, пока я на больничном и пока я еще не занимаюсь Ларой. То есть времени относительно немного, учитывая, что нужно еще дела свои делать, не говоря уже о лечении, сами понимаете. Поэтому извините, что приходится вот так вот иногда сейчас ограничиваться с видео, но мы по-любому будем выпускать хотя бы одно прохождение в день, это однозначно. Хорошо будет, если даже будет два таких, что иногда у нас выходит, что иногда выходит. Анимация будет скромной, я говорю сразу, но все-таки хотелось бы, чтобы, ну, была нормальная, престижная, так же, как и наша арт-заставочка. Ну, наша анимационная заставка, традиционная. Так, ладно, давайте же сразу отправляемся, мисс Крофт. Мы там с вами остановились, где? На гигантской бездонной яме с Гором и Анубисом, да? Да, все так. Память не изменила мне. Хорошо. Аптечка. А там? Там ни черта. Так. Статистика. Да, у нас осталась еще одна табличка. И еще одна реликвия. Это, извините за выражение, как... Он же из камня. Ты как плаваешь, зараза? Ну, так или иначе, я не вижу здесь альтернативных спусков, так что мне, наверное, однозначно прыгать в воду, да? Ну, давайте на камень прыгнем тогда, может, хоть с нами упадет. Я не уверен, конечно, в этом до конца, но... Мне кажется, это... Так, куда теперь? Мне бы хоть бы на башку горба залезть, да? Может, на Анубиса? Да, давайте на Анубиса. Нет, не хочет. Лара, залезь на Анубиса, я тебе приказываю. Ни черта не хочет. Ладно. Может, это опустишь? Она под твоим весом все равно упадет. Нет? Нет желания? Ну вот смотрите, тут есть пустоты, через которые, в принципе, можно было бы пройти. Но есть проблемка. Этот шар завис в воздухе, он даже не на воде. Ладно, давайте тогда сплаваем куда-нибудь, осмотримся здесь. Смотрим, что такое у нас. Может быть, и шарик свалится. Так. Мне очень не нравится. Давай, Лара, спускай воду. Если она не утонет, пока спускается вода. Он висит. Серьезно, Лара, ты там чуть не подохла. Так, а что мне с этим-то шаром делать? Скажите мне на милость. Может, мне его как-то пристрелить?
Так, я его даже отсюда не достану. Давай, Клара, полазим немного. Так, тут надо поумнее придумать. Есть. Так. Отлично. Оттуда не допрыгну. А вот до сюда еще дотянусь. Отлично. Пока неплохо идем. Отлично, молодец, Лара. Так. Прекрасно. Сейчас быстренько доберемся до этой зоны. Нам будет куда проще. Ну. А он до сих пор там. Завис. Он вообще нам нужен, кстати, я что-то не припомню. Так. Подождите-ка, это у нас... Ага. Это у нас шарада. Так. Отлично. Открыли. И надо еще туда как-то забраться. Так, нет, не сюда, Лара. Хотя, может, и сюда, конечно, тоже надобно. Вообще, надо найти реликвию. Я даже не вижу ни реликвию, ни артефакта. А они здесь точно есть. Так. Как вот мне до них добраться, вопрос тоже хороший. Так. Отлично. Подмышки гор мы открыли. Прекрасно. А, она еще и временная. Ясно, тогда пока не будем особо быстро засиживаться в этой зоне. Вообще, если уж на то пошло... Так, ага, сюда надо по-любому забираться через подводный лаз. Ладно, а что у нас внизу? Так много всего, значит, скорее всего, артефакты здесь не спрятаны. Ну, по понятным причинам. Так. А вот туда забраться можно будет, только когда вот они все будут заполнены у нас. Ладно. Меня, правда, смущает тот факт, что шар висит в воздухе до сих пор. Как бы не стало это нам проблемой. Так, зацепляться не хочет. Ладно. Не хочет, так не хочет, я не заставляю. Так, ладно, готовимся к прыжку бога.
Отлично. Ага, ясно теперь, откуда это ведет. Давай, Лара, быстрее, 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 быстрее. Теперь посмотрим на мошонку. Это кто у нас? Так, там Ануми, значит, это Гор. Отлично, это мошонка Гора. Красота. Так. Вверх. Влево. Вправо. Вниз. Все. Запомнили. Вверх, влево, вправо, вниз. Ничего сложного. Вообще пустяк. Подождите-ка. Я смогу забраться здесь сам? Да, смогу. Отлично. Так. Вверх. Лево. Отлично. Значит, этого красавца надо по-любому скинуть. Вот видишь, шарик? Эта штука решила упасть, а ты не хочешь. Как он вообще там завис, я не понимаю. Или, может быть, он просто уничтожился, но текстурка осталась? Я просто не понимаю этого. Да, кстати говоря... Ну да, в принципе, сюда прыгнуть-то можно. Только ничего этого особо не дает. Так, а если вот сюда прыгнем? Так. Вообще, кстати, очень красиво все сделано. Но все равно я пока не вижу нигде ни артефакта, ничего, либо чтобы на него напоминало бы. Даже реликвии нет. А мне хочется реликвию. Дайте мне реликвию. Лара, ты куда поплыла? Чёрт. Давай. Выплывай, дыши. Дыши, Лара. Отлично, теперь вниз. И вверх. Ну, тут пусто. Это меня успокаивает. Хорошо. Так, а, это даже не рычаги. Ясно. Подождите, а что нам дает вообще вот помимо вот этого прохода сюда? Может, есть какие-то финтифлюшки, которые я не заметил? Лазы тайные. Вон там вот внизу есть еще механизмы и рубильники. У всего из них, у каждого есть цель. К примеру, ну вон там только один. Значит, скорее всего, будем еще спускать воду. Я уже не помню вот эту зону. Реально, я ее не помню вообще. Даже не спрашивайте, не вспомню. Сам, как говорится, сейчас разбираюсь. Но пока шарик меня беспокоит. Да, Лара, веселимся ради всего. Так. Отлично. Прямо так быстро делаем. Походу, Лара сегодня спокойненькая. Может, конечно, ждет, когда я курочку сготовлю. Достал курицу размораживаться из холодильника. Извиняюсь. Просто хочется поговорить о чем-то насущном. Бытовом немножечко. Да, Анубис? Анубис. Кстати, хороший. Возьму к себе. На фоне Анубиса. Ну реально, мне очень нравится этот фон. Давай, залезай, Лара. О.
Тоже неплохо. На носу Анубиса. Можно так назвать. Не уверен, конечно, в названии. Может, еще что-то придумаем. Или же на фоне Анубиса. Ну вот смотрите, мы затопили все. Но внизу, вот здесь, тоже что-то есть. Видите, там тоже что-то есть. Поэтому давайте-ка мы... создадим новое сохранение. Да. Есть у меня подозрение, что не все так просто. Хотя это уже ведет к сокровищам к третьему наследию. Я начинаю вспоминать, это путь уже к третьему наследию. Так. Тогда спускаемся. Сможем вырубить? И слить все за... снова. Лара, я буду признателен. Да, видите, рычаг встал. Повторим процедуру. Я хочу посмотреть, что еще можно сделать. Потому что, заметьте, не зря же они здесь дали нам возможность скинуть... этот самый ящик. А тут мы сразу взяли и побежали. Не-не-не-не. Здесь точно что-то есть. Говорю вам, тут точно что-то есть. И это что-то надо доставать. Только надо... Ага, вижу куда. Ну, по крайней мере, мне кажется, что вижу. Не уверен насчет своего видения, но все возможно. Технически же, я же не ошибаюсь в этом направлении, наверное. Так. А, нет. Не хочет закрепляться. Так, давайте думать. Мы скинули ящик. Нам нужно зацепиться. Чтобы зацепиться, нам нужен ящик. Вот то самое чувство, когда есть план, но ты не знаешь, что тебе от него нужно. Вот смотрите, здесь есть решетка. Решетка опускается. Значит, надо придумать, как на нее забраться. Технически ведь я прав? Я прав. А как на нее забраться, я пока не имею ни малейшего понятия. Здесь она не дотягивается, там она не дотягивается, ничего она не дотягивается. Надо все обдумать. Технически можно попробовать вот здесь перепрыгнуть-ка. Вот заметьте, она даже со своим прыжком справляется, и то неплохо. Может и дать... ну, может и допрыгнуть. Может быть. Не исключено. Давай, Лара. Может попробуешь? Ты же у нас вроде как... гимнастка? Нет. Не хочет даже. Не хочет даже и думать об этом. Лара, что ж ты делаешь-то? Ну вот смотрите. Технически мне надо всего лишь
пройти вот этот маршрут, не запускать воду и умудриться как-то забраться на ту сторону, подтянуть за этот вот рычаг, открыть ту дверку и забрать то, что там лежит. В принципе, все вполне просто. Давай. Ну-ка, подожди, Лара, ты можешь здесь где-нибудь пройтись? А, нет, не может. Хотя могла бы. Так. Отлично. Давай. Так. Лара, отпускай. И вот теперь смотрите, что нас ждет сейчас. У нас есть якобы маршрут. Вот это рычаг, он заполняет частично до уровня воды. Что будет, если я потянул за тот? Он как бы откроет нижний ящик. Вот оно что. То есть мне нужно будет успеть забраться вот за все это время. Ясненько, давайте. Я понял. Принцип такой же, но без воды. Все, понято, принято. Сведению. Лара, готовься к прыжку в бассейн с мелким уровнем воды. Ой, че помрем. Давай, 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 русалкой, русалкой будь. Есть. Ха-ха-ха, успели. Так, отлично. Проникли в логово зверя. Что дальше? Что теперь? Теперь с одной стороны, либо нажать на рычаг и заполнить всю эту клоаку. Либо... умудриться как-то повиснуть на этом рубильничке. Или что это еще сделать? Хотя тут по другую сторону, мне кажется, можно было бы спуститься. Но могу ошибаться. Могу и ошибаться. Так, не упади только. Так. Нет, здесь не спустишься. Тут тоже. Значит, остается только как-то умудриться зацепиться. Я, пожалуй, рискну. Прыгнем. Давай, Колорусик. Вот тебе аптечка. У нас все равно их много. Ну не так. Она должна была зацепиться вот за этот уступ. Ладно, повторим еще раз маршрут. Я потому что чую, здесь реликвия лежит. Потому что этот коридор я узнал. Это путь непосредственно к сокровищу. Ну, имеется в виду к наследию. Я узнал его. Ну, как говорится, память крепкая, а частично. Давай, Лара. Память крепкая. Это я вспомнил. Ну, просто коридор очень прям полноценный такой, хороший. Добротно устроенный, я бы назвал его даже. Так. Так. Может быть, если, конечно, я... А, нет, 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 это глупо. Потому что, смотрите, есть у меня идейка нажать на рычаг со стороны гора.
Давай. Крофт. Есть. Почти успели. Хорошо ведь. Хорошо, что успели еще, кстати. Могли бы и не успеть. Вообще, кстати, с этой стороны, как там? Я никак не обращал внимания. Есть? Нет. Зацепов нету. Соответственно, только зацепы здесь. Значит, спокойно залезаем наверх. Есть некий рычаг, до которого нужно дотянуться. Но дотянуться мы не знаем как. А, все, получилось. Ну и отлично. Все, разобрались. Отличненько. Я так полагаю, та больше не побеспокоит нас. И все будет нормально. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Но я вроде бы не слышу звук закрывающегося механизма. Значит, та дверь не закроется. Это хорошо. Но если она закроется, то это плохо. Это значит, у нас тут должен быть спидран. А я ненавижу спидраны. Спидран ни в какой никогда ситуации не был хорош. Ну, реально. Ну, кто захочет спидранить? Я вот не хочу. Так. Отлично. Так. Теперь сюда и запускаем второй уровень воды. Еле-еле успели. Здесь есть тайминг. Вот. Вот у этой зоны есть тайминг. Извиняюсь, что кашлю. Лекарство выпил, а что-то не помогает. Ну ладно. Можешь, как говорится, эффект не сразу, наверное, проявляется. Так. Давай, русалочка наша крофтовская. Выплывай. И теперь нам остается. Скажи, что ты за. Ага, она остается открытой, отлично. И теперь нам только вот туда проплыть, пролезть, проскакать, и все готово. Вот и все. Сейчас, скорее всего, мы с вами найдем реликвию. Вот. Я это чую. Так. Вот готово. Та-дам-та-дам-та-та-та-дам. Наверное, назову сегодняшнее видео «Загадка Анубиса». А почему нет, кстати? Реальная загадка же. Тайная загадочка, сокрытая Анубисом. Чем не загадка? Так. Отлично. Та-там. Отлично. Да, реликвия.
Найден предмет. Идол Гора. Вот говорил же Гор. Египетский бог неба Гор. Не Гор, а именно просто имя Гор. Египетский бог неба Гор. Изображается как сокол или как человек с головой сокола. Будучи богом небес, он ассоциируется с Верхним Египтом. В битве против своего брата Сета Гор потерял глаз. Ну, хоть глаз, ну, хоть не оба. Уже хорошо. Так-та-там-та-там-та-там. Вот нашли хорошую реликвию. Чем не повод, как говорится, отпраздновать. Только теперь вопрос. Где артефакт? Нашли реликвию, артефакта я не наблюдаю. Где он? Где артефактикус? Где мой артефакт? Может, конечно, он там же, просто я его... Лара. Давайте вот так вот осмотрим камеру. Нет, камера пустует. Камера пустует. Это значит, что здесь нету. О, кстати, на голове Гор я еще тоже не фоткался. О, с Анубисом вот так тоже неплохо смотрится, кстати. Но все равно я нигде не вижу таблички. Ну, египетской. Значит, где-то упустили. Извиняюсь. Так, арочка. Итак. Все, заполнили до краев. Но где-то все-таки осталось еще одна таблица. Но мы ее, скорее всего, уже мы ее не найдем. Объясняю почему. Это коридор ведет уже к наследию. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Все может быть. Ага, вот она наследие. А, нет, не совсем. Здесь еще головоломка будет с лазаньем. И с мумиями. А ну вылезать, зараза, я готов. Ах, зараза-то, жри большую. А ну ж. Эти пули! Ох, зараза, жри большую, Лара! Не жалеем большие! Жри мелкую тоже! Ох, живучая скотина! Ну, где последняя? Это что, была последняя? Ну и отлично. Значит, здесь где-то, скорее всего, тоже есть табличка. Надо будет ее сейчас просто отыскать как следует. Ну и хорошо. Хотя бы разобрались, что мы здесь не одни. Ну, я имею в виду в плане таблички. Мы выжили. Это хорошо. И нам нужно добраться до рубильника. А вон там наследие. В принципе, я тогда, наверное, возьму, наверное, скриншотик отсюда. Вот она, нашлась. Видите, вон. Вот. Все, нашли. Теперь бы найти маршрут к ней. Ну, скорее всего, начнем отсюда где-то. Это безусловно. Надо только найти где. А, тут есть переход. Ясно. Есть переход. Ну, давайте тогда до перехода. А там как посмотрим. Так. Ну-ка, Лара. Я не понимаю, как она здесь лазает. Нет, я понимаю, скалолазка со стажем и все дела. Но как она планирует...
лазать по уступам, за который даже зацепиться нормально не может. Здесь она точно не зацепится. А, вот сюда надо было. Ясно. Так. Так, отлично. Пока идем неплохо. По крайней мере, как я могу судить. И нам по-любому сюда. Отлично. Я не думал, что вообще получится, но получилось. Так, куда дальше? Здесь я не вижу уступов. Ну, значит, получается сюда только. Может, конечно, это... Я не помню, это либо линейный маршрут, либо он не линейный. Я не помню, реально. Есть. Так. Реально, я не помню, линейный этот маршрут или не линейный, но... Ладно, давайте тогда сначала пока хотя бы активируем. Нет. Нет. Первая часть наследия. Ну а теперь куда? Мне надо как-то... зацепиться вот за эту железяку. Понятное дело, что это проблематично. Но надо думать. Вообще, давайте смотреть, где здесь есть возможность за нее зацепиться. Вот тут есть трещины. И сам ближайший здесь. Значит, получается, мне нужно прыгнуть вот отсюда. Ясно. Бросить канат. И уже потом все открыть и забрать. Ясненько все с вами. Головоломщики вы наши. Технически это может сработать. Но я не уверен. Есть. Получилось. Я думал, что не получится. Так, сначала заберем-ка самое ценное. Это артефакт. Потом наследие. Есть, отлично, молодец, Лара. Я ее понимаю. Не хочется лазать по сотни лет подряд туда-сюда. Ох, этот звук. Приятный моим ушам звук. Допрыгнешь? А, нет. А за что тогда она была? Для оттуда надо было. Не-не-не, это как-то глупо. Не знаю откуда точно, но так или иначе мы знаем теперь маршрут. И повторить его не составит труда. Мне показалось, что будто там мумии меня просто подстерегают и ждут. Ну ладно, не страшно. Так. Там-та-там.
Та-та-та-та-та-та. Вот это настоящий хороший прям скачок-толчок. Так. О, вот отсюда точно допрыгну. Ну? Давай вторую часть. Что ж, ребят, готовимся смотреть ролик. Или здесь не будет ролика? А, есть будет. Беги! Беги! Тут был такой короткий путь. История. Мое лицо ты будешь видеть в ночных кошмарах. Чем ты можешь оправдать себя? Богам нужны деятели, а не совет. Но именно совет сегодня властвует над тобой. У совета нет власти. Атлантида лежит в руинах, и этого не изменить. Пусть все сгорит дотла. Только тогда начнется седьмая эра. За твою измену. За то, что ты использовала наследие, обратив наши армии против нас. Я изгоняю тебя навеки из священного ордена трех и обрекаю в ничтожную жизнь в холодной тюрьме вечности. Его не остановить. Колесница Катара уже набирает ход. Смерть настигнет вас обоих, а я восстану из пепла ваших костей, чтобы довершить начатое! Натла, привет! Слушай, блок сохранилось за 3000 лет! Так это ты? Ты была царицей Атлантиды? Когда-то. И наследие хранит ее историю. Оно хранит куда больше. Все познания древних. То, чего вам, людям, никогда не понять. Что означает седьмая эра? На что ты готова пойти ради ответа, Флара? На все. Жаль, что не на многое. На все, сказал. Убейте ее быстро, у нас много дел. О, сейчас я позабавлюсь. Стой, смотри, я разберусь. Давай, Лара. Видал, Клоу? Я сам ее прикончил. Черт, я хочу увидеть. Вообще, меня этот болт забавляет. Ларсон, не суйся. Молодец, Ларсон. Спас ей жизнь. Шикарная сцена. Давай, 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 и крюкошку не забудь. Thank you.
Вот и все собрали. Артефакты, реликвии, врагов. Всех собрали. Всех собрали вон. Видеоролики, выбранный уровень, музыка, комментарии. Идите сохранить. Конечно, хочу сохранить ее. О-ла-ла! Чудный остров. И на этом мы с вами сегодня заканчиваем наше прохождение, ребят. Пока что. Завтра продолжится следующая часть. Ну, Кольжа, как говорится, контрольная точка прошла, все хорошо, все счастливы, живы и здоровы. Что ж, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, а также подписка в Дискорде и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании под этим роликом. Ну и, конечно же, не забудьте нас поддержать вашим лайком и комментарием и колокольчиком на всякий случай. А то на YouTube, может быть, заработает когда-нибудь. А мы этого не узнаем, если не поставим колокольчик. Кто знает. Что ж, спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Спасибо вам. Реально большое спасибо. Это прямо отличная поддержка. Желаю всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока-пока-пока. Еще увидимся. Ну а Лара у нас тут будет сейчас принимать водные процедуры. Опять.